Привет, народ! Сегодня я хочу рассказать про крепление монитора. Когда-то давно сделал, пару лет он у меня отлично отработал, этот крепеж. Монитор вместо того, чтобы занимать место на столе, висит на стене, поворачивается вправо-влево и вверх-вниз. Где резкость? Вот, но в последнее время, когда его поворачиваешь вверх, он не фиксируется и плавно сползает вниз. Вот именно этим я сейчас и займусь, и заодно покажу, что же за крепление я сделал. Значит, сейчас я снял монитор со стенки. Монитор 22 дюйма, килограмм 5, наверное. Крепится он вот на такой самодельной штуковине. В чем суть конструкции? Суть была в том, чтобы сэкономить. Тогда, когда я делал эту штуковину, любой самый дешевый крепеж монитора на стену стоил раза в два или в три даже дороже. Причем совершенно ерундовый, совершенно минимум функциональных возможностей. Поэтому я посмотрел, прикупил кое-какие уголки болты и начал их пробовать собрать в кучку. В результате получилась такая конструкция. В основе вот эта вот доска разделочная кухонная, она прикручена к монитору. На стандартные болтики, по-моему, М4. Для того, чтобы усилие от вот этого железа не передавалось на заднюю стенку монитора, чтобы не выворотило. Заодно получилась удачная ручка. Я за нее поворачиваю и за нее снимаю монитор. Монитор одевается вот на этот болт, который вставляется вот в такую конструкцию на стене. И что характерно, это два из 6 одинаковых уголков. Уголки 50 на 50 шириной 35 миллиметров. То есть вот эта часть в высоту 50 и вот эта часть 50. А в ширину они 35 миллиметров. Вот эти большие средние дырки, они были сразу же уже в конструктиве, и 6 по бокам. В чем интересность этой конструкции? Ну, первое, я уже сказал, она состоит из 6 одинаковых уголков. Здесь никакой болгарки, никакой сварки не потребовалось. Потребовалось только рассверлить 4 отверстия вот под эти болты. Они были дырочки под винтик М5, 5-миллиметровый. Их нужно было рассверлить до М8. И, в общем-то, вся металлообработка. Все остальное собиралось как детский конструктор. И вот она несколько лет простояла, и проявился недостаток этой конструкции. Вот эти болты, они М10, 10-миллиметровые. И пока поверхности были шероховатые, можно было с нормальным усилием повернуть, наклонить монитор вперед-назад, вверх-вниз, и конструкция фиксировалась. Но за несколько лет все шероховатости стерлись, и если его поднять вверх, то он постепенно начинал сползать вниз. Буквально за несколько секунд он опускался вниз. И сейчас мне нужно будет какой-то устроить танец с бубнами, бубновый танец, чтобы придумать, как это решить. Как решить этот вопрос, чтобы монитор не опускался сам по себе, а нормально поворачивался с допустимым усилием и фиксировался в нужном положении.
Ну, а так как случай представился, показываю, что было сделано. И пока я буду это делать, я вам запущу музычку неизвестного, но жутко талантливого томского композитора Миши 011001. Очень шаманскую музыку. В общем, совсем немножко танцев и бубнов, и получилось то, что нужно. Монитор повернут вверх и сам по себе не опускается. В то же время я его могу повернуть, что и требовалось. Что я тут сделал? Я добавил тонкую бумажную прокладку между уголками. Это фотобумага, специфическая такая, она очень плотная и качественно сделана.
И добавил две картонные шайбы по сторонам. Вот здесь одна картонная шайба, изнутри вторая картонная шайба. Снаружи железная. Картон обычный для творчества, ламинированный с одной стороны. Проблема была изначально в том, что невозможно болтом М10 зажать с определенным точным усилием. Он либо заклинивает, либо дает слабину, потому что на каждый оборот слишком сильно прижимается гайка. Нужно очень точно ловить момент, когда шарнир еще поворачивается, но еще не клинит. Добавив прокладки из картона, я сделал так, чтобы усилие по зажиму нарастало медленно. В результате смог поймать тот момент, когда шарнир еще ходит, еще поворачивается, но достаточно туго, чтобы не проворачиваться самостоятельно. Вот такая доработка. Сейчас буду ставить на место и проверять окончательно. Окончательно прикручивается крепление вот такой вот рын-гайкой через шайбочку. Прикручивается вот на этот болт снизу. Я не смогу, к сожалению, это снять. Тут место узкое, и камеру нужно держать. Покажу, что получится в результате. Вот такой вот результат. Рын-гайка используется для того, чтобы можно было закручивать руками, чтобы не лезть сюда ключами никакими. В результате всех доработок получилось совершенно великолепно. Поворачивается туда-сюда и отсюда туда. При этом ход плавный и фиксация хорошая. На этом все. Спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк. Заходите на сайт handymada.ru. Подписывайтесь на канал в YouTube. Заходите на группу ВКонтакте. Будет еще много интересного видео. Пока-пока.